29 сентября на побережье Черного моря стартует ежегодный международный инвестиционный форум «Сочи-2016». Ульяновскую делегацию возглавит временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. Ежегодно по итогам участия нашего региона в Сочинском форуме мы, так скажем, наш регион получает минимум 2-3 конкретных проекта, которые стартуют именно после окончательных переговоров на этой площадке. В этот раз мы тоже рассчитываем, что участие будет достаточно результативным. Ключевым событием форума станет подписание специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли, региональным правительством и станкостроительным заводом ДМГ «Море» в Ульяновске. Присутствовать на подписании будет председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. С одной стороны, гарантирует неизменность условий ведения бизнеса для этих компаний, иностранных компаний территории Российской Федерации в течение 10 лет. С второй стороны, он позволяет данным компаниям получить на определенный льготный период, 3 года, статус российского товаропроизводителя без предъявления требования локализации в течение этих 3 лет для того, чтобы они могли почувствовать рынок. В сфере развития малого и среднего бизнеса будет заключен договор по открытию экспортного центра на базе Ульяновской корпорации развития предпринимательства. Мы здесь будем выступать совместными акционерами. Это акционерное общество «Российский экспортный центр» и, соответственно, Ульяновская область в лице корпорации по развитию предпринимательства. Основные KPI деятельности этого направления – это, безусловно, увеличение количества экспортных контрактов наших предприятий. На форуме будут работать и руководители профильных ведомств правительства области. Они примут участие в сессиях по линии моногородов и монопрофильных территорий, государственно-частного партнерства, развития человеческого потенциала и сельского хозяйства. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.